шестидесятники. Это известное понятие имеет в киргизском кинематографе свой особый подтекст. Именно в это время в студии «Киргизфильм» сложилась целая плеяда близких по возрасту и творческим позициям кинематографистов, чьи картины завоевали со временем эпитет киргизского чуда. Одно из таких имен – Нуртай Борбиев. Молодой бухгалтер из колхоза «Кызыл-Аскер», он начинал в кино с нуля, с должности ассистента-оператора. В искусстве, как в горах, долго приходится кружить на одном месте, то и дело повторяя, казалось бы, уже пройденное. Но это набор высоты. Простые сюжеты для киножурнала «Советская Киргизия», заказные ролики, киноочерки. И так из года в год. Впрочем, атмосфера оттепели помогла быстро отрешиться от канонов официальной хроники, выработать свое видение красоты и факты. Даже в таком чисто хроникальном сюжете, как открытие тоннеля Тюяшу, Нуртай увидел не только тоннель, но и кобылицу, потерявшую в суматохе перегона своего же ребенка. И этот принцип понимания простой жизни, человеческой одухотворенности всего и вся, лег в основу творчества Нуртая Борбиева, что бы он ни снимал. В отпуск уйдешь, и там покоя нет. Ночью просто смех. Через каждые 2 часа вскакиваешь, мотор прогреть. Вот Талипшо Азизшоев. Только 3-й год с нами. А сколько намотал на спидоме. Только спидометр не все показывает. Иной километр сотни других стоит. Горная дорога – это поистине своеобразная диаграмма человеческой жизни с ее подъемами, спусками, неожиданными поворотами. Один из зигзагов из жизни оператора-документалиста – актерский дебют в фильмах Геннадия Базарова «Улица» и «Материнское поле». Кышында үй бұға жылайт, не мұнда елердің көрін көріп келді. Салыш иттен оңай екен. Кышында айтым ана бат. Жамғыр батылары менен барып, кышыңызда құрылыш қаражатыңызды сана баламын. Бірақ айтып қояйын. Азыр ақсаңызын тенің ғана өремін. Қалғаның кейін күзінді қартышқы қатқанда алас. Ағар төш көң жоғы да, қайзы қар төш көң қасасың. Мені кемес. 5 кемпірліктер қасышар. Оғызында 6-ші бар, 5 кемпірліктерін бар мағақ жағар. И вновь возвращение к кинокамере, к своему истинному призванию. Это наша Шамши. Один парень для клуба рисовал. Способный, говорят. Чимын есть. Чимын это как муха. С
спокойно жить не дает. Короче, талант. Конечно, у Аркадия Райкина большой чонгчимен. У Зыкина чонгчимен. Вести веса чонгчимен. А если так, не совсем раскрылся. Сокурчимен, киргизы говорят. Но чимен. Тамашалап тұрған өлді. Неге сен, неге сен, неге сен күштің екені күнің сүрі. Мой отец чабаном был. У него часто бывал зоотехник Джайло. Джайло брал отцовский комус и играл. Только зоотехник уезжал, я тут же начинал подбирать то, что слышал у Джайло. Так я научился играть. А отец никогда не играл. Говорили, что в молодости он очень любил одну девчонку и сочинил песню. Но сам отец никогда не рассказывал об этом. Всегда молчал. Вот уж кто не в меня. Технические возможности нашего очерка не дали представить здесь такие картины Барбиева, как «Мыс гнедого скакуна», «Ушой этаж». И тогда я крикнул «Ураан, Манас, Манас!» И особенно эпические полотна «Мурас», «Потомок белого барса», где так мощно звучат не только цвет и масштаб широкого экрана, но и редкостные совпадения режиссерских озарений с их переводом на язык кино. Именно эти два фильма стали вершинными достижениями дуэта Укеев-Барбиев, принеся им самые престижные награды всесоюзных и зарубежных кинофестивалей. Всесоюзный кинофестиваль в Минске. Главный приз фестиваля присуждается кинофильму «Потомок белого барса». Минск для киргизского кино особый город. На первом Минском кинофестивале Сюйменкул Чокморов получил приз за лучшую мужскую роль, Барбиев за лучшую операторскую работу. Тогда к нему подходили с поздравлениями самые именитые операторы и спрашивали, где он учился. И он имел полное право ограничиться всего лишь одним словом – чимын. Каждый фильм – как путешествие по дорогам мира, как целая жизнь, прожитая от начала и до конца. А за этими киножизнями незаметно выросла дочь, состарилась мать. И снова дорога и ее миражи любви к этому окаянному, грозному, прекрасному миру, в
котором мы живем. No, no, no.